Джа Халиб, который, как вы помните, еще и Баха, на днях вернулся в Алматы после длительных разъездов. Приехал на родину рэпер не просто так, а чтобы активно приступить к работе над новым материалом. Делаем новый альбом, уже новый материал. У нас просто народ ненасытный, который нас слушает, они очень-очень постоянно требуют от нас новые песни. Поэтому мы сейчас готовим новый альбом. В этот раз постараемся сделать его более организованно, более четко, более слаженно. А вот что касается стран, где побывал мастер речитатива в рамках своего турне, то тут все очень обширно. Тусуемся везде. Везде, где можно, на самом деле. За последний месяц мы были в Европе, в России, в Украине. Где-то еще были, сейчас не вспомню точно. Ну, в общем, мы постоянно везде. Кстати, в самом скором времени Баха планирует выпустить новый сингл. Осталось только определиться, какой именно. Есть 4 уже очень хорошие песни. Даже не 4, где-то 5. Вот. И много демок, много обратной версии пробных. Вот поэтому будем ждать немножко еще времени, надо, чтобы определиться с этим. Вполне возможно, что поклонники рэпера станут свидетелями и новых коллабораций артиста. Правда, с кем именно, пока неизвестно. Пока пусть это останется сюрпризом, потому что некоторые дуэты, как вы это говорите, они обговорены, но пока не реализованы. Поэтому говорить что-то сейчас нету резона. Некоторые на стадии размышления, стоит ли делать, не стоит ли делать. Впрочем, завесу тайны Джа Халиб все же приоткрыл. Есть пару проектов сейчас, которые вылезли, очень интересные. Допустим, 91, да? Как бы странно это ни казалось. Очень крутой проект, на самом деле. Очень крутая музыка, очень крутой подход, очень крутые клипы. Вот, ну, то есть у нас есть сейчас, вырываются хороший талант с хорошей музыкой, с новым звуком. Поэтому, может быть, и будет с казахстанскими звездами. Ну а пока все, что нам остается, это только ждать. Впрочем, не сомневайтесь, мы в любом случае будем держать вас в курсе событий. И обязательно расскажем обо всех новостях, так что оставайтесь с нами.